Приветствую вас из города Дюссельдорф. Зал Тонхалле. Потрясающий и необычный зал. И самое главное, акустика здесь изумительная. Перелет Салехард-Дюссельдорф был замечательный. Настроение практически ямальское. Всем передаю большой привет нашим друзьям. Я под огромным впечатлением от этой поездки до сих пор. И сегодня сольный концерт, который я играю здесь, в Дюссельдорфе, буду играть берлинскую программу, которая была 10 дней назад. Не буду ее повторять. Всем желаю вам здоровья, прекрасного настроения. У нас график продолжается в самом своем бешеном ритме, в хорошем смысле слова. Завтра с утра уже у нас начинается «Синяя птица». Смотрите, открытие нового сезона. Будут потрясающие открытия, я в этом не сомневаюсь, потому что из года в год «Синяя птица» открывает фантастических искорок, как мы их называем в нашем фонде, новые имена. Ну, а через несколько дней у меня будет новость, сюрприз, который я пока не буду раскрывать. Для меня это будет очень-очень такая, так сказать, историческая поездка для меня в один сибирский город, очень любимый мной. Всем большой привет из Дюссельдорфа.